Здравствуйте, ребята! Я Незнайка! Это наш первый фильм про Незнайку! Дружба крепкая! Вот так-то! Не сломается! Хоть кто-нибудь пришел! Друг в беде не бросит! Вот так-то! Лишнего не спросит! Вот так-то! Вот что значит настоящий верный! Я тебя знаю, мы с тобой учимся во втором классе. Друг в беде не бросит. Да, я тебя узнала, Незнайка. Ты Маша. Лишнего не спросит. А я Незнайка. Я думаю, тебе промашку подарю. Давай дружить. Нет, дружить я не могу. Меня мама заругает. Я пойду сейчас домой. Меня мама заругает. Нет, дружить я не могу. Ну держи ромашку все равно, хоть даже если домой пойдешь. Ой, спасибо, Незнайка. Спасибо, спасибо. Вот что значит настоящий верный друг. Я побежала домой, мама уже звонит мне. Ждет меня. Эх, ушли все. Ну и ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я еду, а я к вам в гости еду. Ну, заходи. Спасибо вам. Я Незнайка. Какой Незнайка? Незнайка, Незнайка, меня зовут Незнайка. Тебя зовут Незнайка? Да, меня зовут Незнайка. Ну, вообще такого имени нету. А меня зовут-то? Хорошо. А меня зовут Чёлка. Я первая красавица. Я напишу стихи про тебя, Чёлка, и подарю тебе ромашку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я побежала домой, мама уже звонит. Тут-то мы какие-то странные. Ходим на цыпочках. Я хочу сюрприз сделать для тебя. Я еду на велосипеде. Ну и да, поехали со мной. Странно. Странно, странно. Все странно. Просто все странно. Да ничего странного. А ты куда меня приглашаешь? На Луну. А я хочу тебя пригласить на Луну. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, на Луну. О, на Луну. Там так интересно. Хорошо, хорошо. Там так интересно. Хорошо, хорошо, хорошо. Я первая красавица. Конечно, на Луну я не поеду, но... как будто хочу на Луну. И она никуда не поедет со мной на Луну. И она никогда не поедет со мной на Луну. Я это понял. Я это понял. Она со мной тоже на Луну не поедет. Эх, ребята, может вы кто-нибудь поедете со мной на Луну, а?
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я хочу изобрести велосипед, на котором доеду до Луны! Ррр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 рr.